Привет. Второй раз уже пью коллаген. Вот, очень понравился. Пила его раньше еще где-то месяц назад, может чуть больше. Мы знаем, да, как говорится, коллаген после 25 лет замедляется в организме человека. Кожа, она, ну, коллаген идет как фундамент, чтобы мышцы были крепкими, там, у кого там проблемы с суставами, там, суставы, вот, это как цемент идет в организме, он необходим для того, чтобы кожа не старела, чтобы кожа не обвисала, вот, очень необходимая вещь, хорошо, что его нашли, и многие вот в Европе его пьют с 25 лет, даже некоторые с 24, вот. Если вот по себе сказать, что мне этот коллаген очень нравится, я же поэтому и пью его второй раз. Есть, конечно, он и в виде таблеток, в виде порошка и в виде жидкости. Я знаю, что жидкость лучше усваивается. Мне он нравится. Вот тут, в принципе, и написано, что пить после еды. Я его все равно пью за 40 минут до еды. Потому что я знаю, что в еде тоже есть коллаген, и чтобы организм не перепутал его с едой и не пустил просто как еду, а механизма, то я его пью за 40 минут до еды. Ну, конечно, как вы хотите, если вы считаете, что нужно, ну, как бы по инструкции все, то можете, конечно, пить и так. Вот, второй раз, да, я говорила, что я его пью. Результат я увидела где-то на третьей неделе, как я его пила. Я заметила по ногтям, что ногти стали быстро отрастать, и они более твердыми стали. Волосы быстро выросли. Хоть у меня там когда-то были проблемы с волосами, они стали очень быстро, ну, не знаю почему, там, может, от стресса, может, там, как говорится, с возрастом выпадать. И что я только не пробовала. Я и всякие маски делала, и витамины пила, там, бьюти, волосы, красота, там, ногти, волосы, кожа и все остальное. Такого результата, чтобы такого результата я не видела. Волосы все равно выпадали, хоть и немножко и подрастали, но не выпадали. Вот, ну, больше всех мне вот помог коллаген. Я не знаю, ну, там, может, кто-то не верит там в коллаген и все такое. Если бы я его на себе не почувствовала, не попробовала и действительно его не пила, ну, только по рекламам слышала, я бы, конечно, это не рассказывала. Я второй раз его пью, мне он очень понравился. Я буду стараться его еще покупать. Мне нравится немецкая фирма тем, что здесь четко подобрано компоненты, потому что коллаген без витамина С, он не так, ну, работает, оно все работает в механизме, там все должно быть, биотин, цинк, витамин С, когда оно все в правильных пропорциях, он тогда хорошо работает, то есть не надо отдельно покупать там коллаген, то есть без компонентов остальных, там цинк, биотин и витамин С, он не рабочий, ну, буду еще пробовать, буду еще пить, но мне он очень нравится, всем советую.